Значит, я чрезвычайно благодарен Федеральной службе финансового мониторинга и лично начальнику управления по противодействию финансированию терроризма Корневу, что он меня исключил наконец-то из списка, из перечня террористов и экстремистов России. Это чрезвычайно приятно, потому что я вообще, это приятно только еще и от того, что невинный абсолютно человек, абсолютно лишенный всех таких наклонностей, вдруг стал самим собой. И это приятно. Это приятно, что я теперь, значит, у меня есть доступ к своим собственным деньгам, хотя там у меня половили из-за этого штрафа, который с меня там взяли. Вот. И поэтому мне приятно это. И я доволен. Конечно, я доволен, что я могу теперь, что меня теперь банки меня могут обслуживать, что мне могут присылать люди, мой, кстати, старший сын может присылать мне деньги, вот, учтя, так сказать, мое бедственное положение. И банк это дело сделает, и он примет эти деньги и мне передаст. Чрезвычайно мне приятно, и большое спасибо.